Иркутский политех на протяжении 15 лет является ключевым партнером компании «Полиметалл УК». Ежегодно практику в «Полиметалле» проходят около 20 студентов ИРНИТУ. Многие успешно трудоустраиваются. В 2019 году сотрудниками хабаровского филиала стали 67 политеховцев. Мы очень ждем наших выпускников к нам в компанию. В первую очередь это обогащение, значит, горные специальности, все возможные открытые горные работы, подземные горные работы. На текущий момент 80 человек. Это значит горные инженера, подземщики, всевозможные. Любой профессии, там, связанные с подземными горными работами, от диспетчера там, до начальника рудника. У нас мы предлагаем как вахтовый метод работы, так и работу в городах присутствия. Так стандартный, так скажем, пакет для студентов или для молодых специалистов для наших. Проезд к месту работы, весь соцпакет, белая зарплата. Никаких там серых схем. Заработная плата в среднем у ИТР-персонала 65-70 тысяч, где-то в этом районе у молодых специалистов. Неограниченные. Вот, все, что касается карьерного роста, многие говорят, что там, есть куда двигаться. Там, на самом деле, оно так есть. И рост, я еще раз повторюсь, там, он не ограничен в части там, какой-то определенной позиции, да, если у тебя есть... самое главное, желание и голова на плечах, да, то, соответственно, вплоть до директора предприятия. Вот, мы готовы вкладываться, развивать сотрудников, наших молодежь. Вот, мы очень заинтересованы, наверное, больше даже, чем сама молодежь.